Қалған калган наркты карманып баарыбыз тилектерибизди бириктирип жалған. жакшылыкка жалгап очогубуздагы ырыскы кутту коргоп баарыбыз бірімдікте Тілек кылалы о жараткан кудай жалынмак бізден болсун жалғамақ өзүңдөн болсын, тіленмек бізден болсын, колдомок өсімден болсын. о біз аз басын, жері біз тоз тозбосун очогубуз жансын ордобуз толсын, ұзақ өмір жашыбыз болсын, қазан толы ашыбыз болсын, Наверное, на Земле вы не найдете больше такого народа, который так почитает природу, источники, оберегает реки, камни, считая, что все эти Создание, все эти источники наделены особой душой. И народ этот называется киргизы. По-разному называем мы их. В советское время называли кирги киргизы, кирги киргизия, да. Сейчас Кыргызстан. Вообще в переводе, если дословно перевести, означает «сорокоплеменный народ. Считается, что кыргызы, они происходят от сорока племен. И туда входят различные народности с общей генетикой. Одна часть кочевая, другая часть оседлая. Одна часть охотники, другая часть собиратели и скотоводы. Но как бы там ни было, хочу вам сказать, что это прямые потомки народа, которого называли кипчаки. Наверняка вы слышали о кипчаках. Вот кыргызы, они потомки кипчаков. И жили, и живут они в различных областях, как России, так и за пределом России. В Узбекистане, в Китае, в Таджикистане, в России, естественно, в Турции, в США. И э, очень большую э, часть населения составляют они в Алтае. Алтайские кыргызы – это коренные жители Алтая. Со временем наречие кипчаков, язык кипчаков, собственно говоря, был в принципе потерян и растворился в алтайских наречиях. Это сейчас называют тюркский язык. На самом деле это алтайский язык. Просто самая большая группа народностей, которая говорит на этом языке, это тюрки. Поэтому, естественно, язык назвали тюркский одно из наречий тюркского языка. Хотя отличается весомо отличается. Кто такие кыргызы и что они представляют собой? Какой вклад они внесли в культуру мировую свой вклад. Ну, во-первых, хочу вам сказать, что эпос Манас считается, значит, самый, самым большим эпосом по описанию, потому что туда входит более полумиллиона строк. И этот эпос внесен в книгу рекордов Гиннеса. И эпос Манас, он популярен не только у кыргызов, он популярен и у казахов, у узбеков, восточных народностей. самые главные воспитатели народа акины это певцы самородки наверное так лучше называть это люди которые передают с помощью песен древние легенды сказания своего народа и искусство акинов Издревле, почиталось, а кыны считались посланниками небес, посланниками из других, значит, сфер, то есть они считались не совсем земными людьми и их наделяли различными способностями ясновидением, видением будущего. И если вы интересуетесь эпосами, и легендами, и песнопениями восточных ак акынов, то очень много из их песен, которые было написано, скажем, в прошлом веке, очень много сказанного, очень много напророченного сбылось в наше время. Это говорит о том, что, как мы обычно говорим, любой поэт немного пророк. Разведение коней – для них было основным занятием долгое время, особенно когда входили в Российскую империю. Кстати, хочу вам сказать, что Екатерина Великая очень хорошо и тепло относилась к этому народу. Даже в сказках, которые она писала для своих внуков, она себя всегда представляла как киргизской ханшей. Она считала, что это народ порядочный добрый, работящий. Я бы сказала, что они где-то до наивности добрые люди. Конечно, в каждом народе есть и нежелательные элементы, но если брать полностью, в принципе, весь народ, они до наивности добрые люди. Так вот, разведение коней – это был и основной доход, и основное занятие. И вообще считалось, что те семьи, которые скрещивали различных, значит, различных типов лошадей, коней, да, скрещивали и создавали свои определенные, как их называют, определенный тип коня, то есть определенный, даже не знаю, как это, генетику определенную, да, они считались удачливой семьей, они считались благословленной семьей, потому что конь вообще у кыргызов это символ, символ успеха, символ благополучия, силы, и конь вообще кормил этот народ. Конина до сих пор считается ну, то есть, приемлемой и часто встречающейся едой, кумыс. И мне кажется, вы видели есть перламутривая такая порода коней. Это тоже киргизские кони, кони когда-то назывались. Прям перламутривая переливается настолько красивая. Не помню сейчас, как, как эта порода называется, но это тоже выведено в Кыргызстане и выведено это. В позднем Средневековье. Вот от, с того времени известны эти кони, этих коней дарили императорам, царям, шахам, ханам. То есть они были достойны. Вот э, очень дорогая порода, и она была выведена именно э, в Кыргызстане. Я хочу вам немного рассказать об одной великой женщине, которая была по происхождению. Э, то есть происходило из племени Мунгуш, это кыргызское племя, и заселяло окрестности города Ош, Алтайских горах. Для того, чтобы возвыситься на востоке, вообще в восточных традициях, неважно, где этот восток находится на территории России или где-то в другом месте, Женщины проходят много испытаний, и на этом пути многие из них сдаются, уходят, умирают или просто смиряются с судьбой и дальше ничего не пытаются сделать, чтобы изменить свою жизнь. Но редкие женщины врываются вперед. Они добиваются того, к чему шли, и потом про них... Пишут рассказы, снимают фильмы через некоторое время, слагают легенды. Но как эта женщина дошла до этой власти, собственно говоря, мало кто понимает, сколько нужно было жертвовать, чтобы достигнуть такого уровня. Звали эту женщину Курманжан а после начали называть ее Курманжан Датка. Датка означает правитель. Не имеет ни мужского рода, ни женского, просто правитель. Правитель Курманжан. Она была известна как Алтайская царица, королева юга, мать нации. Управляла она после смерти своего мужа алтайскими кыргызами. После, уже в более таком преклонном возрасте, получает она звание полковника русской императорской армии. Ее выдавали замуж родители, ей было 18 лет, но она нарушила традицию и сбежала, сбежала с любимым человеком. Однако любимый человек оказался не совсем тем, кем должен был быть в ее понимании, и она вернулась в дом отца. В то время такое считалось сверхдерзостью, да и сейчас такое считается дерзостью, а тогда уж тем более. Это 19 век, начало 19 века. В 1832 году она выходит замуж за богатого алтайского феодала Олимбека, у которого уже было звание датка правитель. Она родила ему пятерых детей и была верным соратником и другом. В то время Каканское ханство было противником и постоянно устраивало какие-то интриги. Алтайским кыргызом. И в конце концов получилось так, что во время переворота ее мужа убили, заподозрили в этом перевороте и убили. Был он виноват или нет, история умалчивает. И вот она становится управителем алтайских кыргызов. Хочу вам сказать, чтобы долго не рассказывать об этом, эта женщина поддерживала порядок, воевала э, с местными племенами, которые пытались совершать набеги, крабить ее народ. В конце концов, когда приходят туда российские войска, императорские, она долгое время с ними сражается, но потом, поняв, что сил не хватит, идет на уступки, но с условием, чтобы сохранили жизнь и подарили помилование всем ее соратникам сыновям внукам тогда она была уже такого достаточно уже взрослая по меркам скажем так восточных народов и она это получила более того ее начали называть царица алая звание у нее не отобрали просто взяли с нее э, обещание, что ее соплеменники, ее родственники никогда не выступят против русского государя. Все сохранилось, более того, ей назначили пенсию 500 рублей, в то время это были огромные деньги. Но губернатор выступил против, сказав, что как бы 500 рублей слишком уж, достаточно 300. Вот ей дали 300. Но поскольку у таких сильных женщин всегда были, есть и будут враги, из-за определенных дворцовых интриг оклеветали ее семью и всех повели на казнь. Ей удалось договориться, попросить о помиловании ее других сыновей, внуков, племянников, но сына которого она больше всего любила любимого сына камчебека она не смогла спасти некоторые говорят что император помиловал мол слишком поздно грамота дошла его повесили и после того как она потеряла сына она отдает второму сыну правление и уходит становится отшельницей уходит однако она пользовалась уважением до конца своих дней. Ее почитали и называли ее Датка, правительница. Так и умерла и попросила похоронить рядом с сыном. Курманжан не умела ни писать, ни читать. Однако она сочиняла очень красивые стихи, которые вместо нее... Записывали ее ближайшие соратники. И многие из этих стихов дошли до наших дней: стихи, песни, рассказы талантливый, достаточно талантливый человек. Говорят, что у нее бабушка была ведьма, и что в ее роду э, женщины все были выданы замуж за богатых людей, все устроились хорошо, и даже то, что она вернулась в дом отца, и второй раз ее смогли выдать замуж, что для того времени было просто редкостью, потому что чаще всего девушка, которая возвращалась в дом отца, она как бы могла выйти замуж за вдовца со многими детьми, но никак не так удачно, как она вышла замуж и стала управлять, и до конца своей жизни она пользовалась уважением людей, и, собственно говоря, она прожила такую славную жизнь женщина, которая из алтайских кыргызов, она передала мне давно несколько заговоров. Несколько заговоров, которые ей остались в роду от прадеда. Она говорила, что ее прадед служил в войсках Курманжан. И что очень часто перед тем, как выступать, перед тем, как идти в бой, в сражение, она зажигала, то есть она приказывала зажечь костер и просила всех отойти в сторону. И она ходила кругом вокруг огня и громко произносила некоторые слова после чего ей удавалось, ей удавалось победить, ей удавалось уговорить самых ярых правителей и все-таки не навредить ее народу. И если мы с вами сейчас подумаем о том, сколько раз она смогла добиться помилования своих соплеменников, и что даже сына помиловали, просто то, что не успели принести эту грамоту, это стало роковой ошибкой, да, может быть, ей нужно было как бы не ждать долго и самой ехать в то время в Петербург или в Москву, в центр. Но, собственно говоря, эта оплошность стоила жизни сына. Однако, если так учесть, насколько она была удачливой женщина, будучи, то есть рожденные в патриархальной семье, где даже речи быть не могло об управлении женщиной, тем более о передаче ей власти, невольно начинаешь думать о том, что действительно некая сила помогала этой женщине. Она знала, что она делает. Так вот, женщина, которую звали Айперим, уже была старая женщина. Меня с ней познакомили, ну, наверное, лет 15 назад, где-то так. И узнав о том, кто я, и подружившись со мной, вообще со мной старые люди любили дружить и очень много помогли советами, оставили свои книги, тетради, много. Она сказала, что она хочет мне передать, но она их помнит наизусть. Так вот, я записала с ее слов. Поэтому, если кто-то знает киргизский язык и вдруг увидит какие-либо ошибки, прошу строго не судить. Я несколько раз просила ее произносить, записывала и несколько раз сама читала для того, чтобы правильно суметь записать и произносить когда-нибудь. Я пользовалась этим заговором несколько, несколько раз пользовалась в своей жизни. Нужно делать следующее. Нужно зажечь огонь. Можно взять много свечей. Вот, значит, поставить на такую емкость, на какой-то разнос, на что еще, подсвечник вот такого плана. Нужно поставить это на пол и ходить вокруг, произносить Желательно э, прочитать это раз пять, потому что у кыргызов пять э, – это символ успеха, благополучия. То есть э, пять пальцев, пять детей, пять табунов, пять домов и так далее. Они часто произносят это, эту цифру пять, особенно алтайские кыргызы. Ходить. Без разницы по часовой стрелке или против часовой оно сбывается и получается. Поскольку я не видела, как эта женщина делала в свое время, не пер передали, как это примерно происходило. Естественно, я пробовала по-разному, и, собственно говоря, могу сказать, что этот заговор, получается, ну, неважно, по часовой выходите или против, но вокруг огня, источника огня потом можете просто потушить эти свечи собственно говоря если у вас есть возможность зажечь костер и ходить вокруг то, то есть в доме или во дворе то конечно же замечательно но в любом случае итак заговор следующий для тех кто будет миллион раз орать и а что делать, а как записывать, а какие слова? Дождитесь. Вам напишут и выставят. Если сможете сами, напишите сами. Прошу внизу текст не писать, потому что в сыром виде потом идет по интернету. Нужно, чтобы именно Яна набрала с объяснением и прочее. Поэтому самим текст, пожалуйста. Не пишите, даже если вы поняли, о чем речь. Асман эшик ты ачсам, на мыс Бейкебар. Асмандан жоб кел, арстанчу нүгенде. Мен душманын даат жаналам, башындағы тағым, гүч менім қолымда. Менін ата бабаларындан рухтары, менин գովելը Գենիստին թու սո մենի ջետեկտեդ ըյ բոլումուն քյչու մենի քուդրադ մեն ջո կերդե յուրմ մեն բաշկարուչու բոլուն քայրաքելեմ մահա ապպակպատա օշանդոյ լուսս դավայտի ещё раз произнесу э Надеюсь, что все слова сказала на всякий случай. Но внизу будет текст полностью. Это очень сильные слова. Здесь призыв силы рода, призыв небес, силы небес. Просьба вернуться победителем. Примерно такие слова, насколько я как бы поняла, мне сказали, как перевод немного. Это просьба быть воином, твердым и всегда иметь корону на голове. Хочу вам сказать, после обычно после этого чтения у меня, ну вот, наверное, я три раза пользовалась для себя. Я давала еще людям, и тем более я говорю, что почему я даю на разных языках, потому что у всех различные энергии. И понимаете, как у кого-то совпадет, у кого-то хоть капля есть, скажем, кочевой крови или кипчатской крови, да и вообще просто совпадет энергетически. И настолько вот все решится, и решается не просто проблема, но и начинается предложение, поступает и прочее. Очень сильное. Очень сильный заговор. Видимо, он древний, старинный, потому что он далек от религиозных, от всего. Это просто призыв силы, силы из ниоткуда, которая придет и поможет. И если учесть, что ей помогала всегда, значит стоит обратить внимание на на эту работу. Давайте еще раз произнесу: Асман и Намас Бейкевар, Асмандан Дан джоубкель. арстан чөөнү женде мен душманымда женалам башындагы таажым күч менин колумда менин ата бабаларымдын рухтары менин күбөлөрүм жеңиштин туусу мени жетектейт үй бүлөмнүн күчү мени куткарат мен жоокердей жүрөм Кайрагелем Мага Итак, друзья мои, поскольку ее звание никак не переименуется, то есть не подвергается изменениям в речевых формах. Поэтому, естественно, я отмечу как курманджан датка. Я немного устала сегодня, но все-таки решила вам подарить, поэтому не обращайте внимания на мой усталый голос. Усталость пройдет, а работа останется. Я желаю вам удачи, и я хочу, чтобы каждая моя работа была не просто как помощь людям, но еще и напоминала о великих личностях, которые достойны, чтобы их помнили. Это из серии «Заговоры великих людей». Я одно время часто записывала, потом как-то отошла от этих работ. Долгое время было некогда. Вот снова возобновляю и очередной заговор Скажем так, секрет победы этой великой женщины. Я очень много вам дарила, потому что я много работала в архивах, и мне, мне везло. И люди мне встречались, такие, которые мне э, как бы дарили свои источники, книги, тетради, старинные с записями. И, видимо, там знали, что когда-нибудь я буду известный человек, и эти все работы, они не пропадут, а уйдут в народ. И поэтому вот все пришло, дошло до меня. И как говорила Галина Вишневская, если это дожило до меня, то я терять это не имею права. Должна вам передать. Всем удачи, всех благ и вечная память такой отважной женщине и ей подобным отважным и достойным людям, которые были преданы своему народу и всеми силами старались делать все для того, чтобы их народ выжил в трудную минуту, готовы были даже пожертвовать собой. Всем удачи!